Привет, меня зовут Денис Суховий. Это школа пекарей. Именно здесь произойдет очень значимое для нашей страны в пекарском мире мероприятие. 27 июля в этой локации состоится всеукраинский конкурс пекарей. Здесь созданы самые комфортные условия для того, чтобы пекарь мог показать свое мастерство. Здесь есть подовая печь, огромная, трехпалубная, есть конвекционная печь, есть расстойки, есть холодильники, морозильник, тестораскатная машина, специальный стол пекарский, планетарный миксер, весы, перчатки, щетки, все девайсы, которые вам могут понадобиться. Вот пусть пекарь скажет, какого ему девайса не хватит, и я ему покажу его, он здесь есть. Для начала мы должны сделать отборочный тур. Конкурсанты напишут нам письма и туда прикрепят фотографии своих изделий. Фотографий должно быть 3. Они должны быть хорошего разрешения, для того, чтобы я мог в полной мере насладиться вашими произведениями. По результатам отборов мы выберем 5 кандидатов, которые будут сражаться за такие призы. Замечательный, он просто прекрасен. Мой поцелуй кому-то передастся вместе с этим миксером. Я думаю, что гетеросексуальные мужчины не совсем это поймут. Ну, можно просто затереть чем-нибудь спиртовым. Такой приз мы выбрали не случайно. Компания KitchenAid в этом году исполняется 100 лет. То есть 100 лет назад эти чуваки придумали планетарный миксер. Они придумали эту систему замешивания, и все планетарные миксеры на планете, они слизаны с KitchenAid. Это просто феноменально. И он сейчас стоит у нас на столе и ждет своего обладателя. Также у нас есть специальный приз от компании «Новый проект». Эта печь станет незаменимым помощником как дома, так и на профессиональной кухне, независимо от того, профессионал вы или аматор. Эту печку мы купили в конце 2015 года, и она жива до сих пор. Я на ней время от времени даже пеку. Но дома на моей кухне стояла эта печь и выпекала и слоеные изделия, и хлеб. И хлеб там получался, я скажу вам, отменным. Самая первая покупка, которую я сделал, это вот это именно эта печь. В нашей пекарне мы используем много оборудования этой марки. То есть в основном это марка Apache, это Huracan. То, что мы вот работаем на нем все время, каждый день и полагаемся на это оборудование. Изделие, которое вы должны будете показать, это традиционный багет, декоративный хлеб. Куда же без нее? Это бриошь. Сладость наша, темный заварной хлеб, черный ящик и купажный хлеб. Дисциплины, в которых вы будете соревноваться. Это формовка, корректная выпечка, введение теста. С более детальными условиями вы можете ознакомиться в описании к ролику. Судейская коллегия – это наш давнишний друг, гениальный повар, пекарь по совместительству, и к тому же еще и мой тезка Денис Комаренко, шеф-повар ресторана «Тарелка». Мой еще более давний друг, на судьбу которого пришлось много испытаний. Он был поваром, он был кондитером, теперь он шеф-пекарь в пекарне-ресторане «Хлебный» Владислав Марчук. А также коллега по премии «Соль», мы с ним имеем честь быть в жюри и судить пекарскую группу во всей стране, эксперт по хлебопечению, специалист по здоровому питанию Игорь Лаврешин. А также очень хороший кондитер, шеф-кондитер в ресторане «Панська гора», это Львов, байкер, смелая женщина, человек, который со скоростью света перенимает навыки. Еще 2 года назад она была на моем курсе в школе Эктора, когда я преподавал там. Сейчас она уверенно практикует хлебное дело. В 2017 году, летом, когда мы организовывали прошлый
пекарский турнир, она получила первое место. Ее имя Наталья Савицкая. Как принимающая сторона, я возьму на себя ответственность стать главой жюри. Я шеф-пекарь, и в статусе шеф-пекарь я пребываю с 2012 года. Я работал в довольно крупной пекарне, организовал несколько собственных проектов. Один из них является школа пекарей, а также пекарня шеф-бейкери. Подготовка будет 26 июля. С вечера у вас будет 2 часа на подготовку. С 16 часов до 18 часов. В эту подготовку входит все, что угодно. Вы можете замешивать тесто, готовить декоративные элементы, замораживать их. Там, все, что угодно. Все морозильники, все шкафы, холодильные, тепловые, они готовы и они будут для вас. 27 июля конкурс начинается в 9 утра. В 14 часов дня вы должны будете сдать свои рабочие места, они должны быть чистыми, и сверху на крышке стола должна водружаться ваша прекрасная хлебная картина, ваша хлебная презентация. Вы получите за эту презентацию оценки. За просрочку по времени будут начислены штрафные баллы. Только лучший из лучших получит наш главный приз. Миксер KitchenAid. Также у нас еще есть много подарков для других участников, которые учредили наши компаньоны. Это компания «Новый проект», «Форвард», а также мы, «Школа пекарей». Июля в городе Киев в школе пекарей пройдет соревнование. Пекарский большой турнир, в котором мы будем разыгрывать призы, в котором мы будем показывать, кто сильнее, кто кого побьет, в котором пекари будут сражаться друг с другом на лопатах, на багетах. Вот. И у кого, скажем так, длиннее багет, тот и победил.